Продовжуючи суботній ранок, ми запросили до гостей дівчат, дуже цікавих дівчат, котрі, ти знаєш, я дуже рідко бачив таких дівчат, котрі можуть просто зірватися з дому і поїхати куди очі бачать. Або полетіти. Полетіти. Піти. Побігти. Поїхати. Все це стосується наших дівчат, тож сьогодні у нас мандрівниці у гостях. І, друзі, це Серафіма Молчанова та Анна Молочка. І, звичайно, трохи інформації про них. Серафіма Молчанова зустрілася з 25 країнами і ще 172 в планах. Життєвим кредом став вислів невідомого автора. Яка різниця, скільки років твоїм кедам, якщо ти гуляєш в них по вулицях Парижу? Вважає найважливішим у подорожі дві речі – надійний напарник та зручне взуття. Крім подорожі, полюбляє його, вивчає психологію та намагається зробити наше місто ще кращим. Анна Молочка підкорила 6 нових країн, 15 міст за 3 місяці. Зізнається, подорожі певною мірою – це залежність. Бачити, пізнавати, відчувати все нове – те, що кожного разу змінює погляд на більшість важливих речей у нашому житті. Навчається на 4-му курсі психолого-педагогічного факультету. Ловить летючі миті нашого життя фотоапаратом. Я знаю, що ви мандрували Європою цього літа. І ви не просто мандрували Європою, ви не літаком, там, не автобусом, не туром, ви автостопом об'їздили пів Європи. Ми чули у візитівках, там якась неймовірна кількість країн за дуже маленький проміжок часу. І перше до вас питання, от за скільки днів, скільки країн ви об'їздили? Ну, вообще, мы на самом деле не только летом путешествовали, мы начали еще с зимы. О. Вот. И как раз зимой у нас был самый активный автостоп. Угу. Сколько стран? 6 всего? Да, получается. Всего 6? Мы, получается, путешествовали раз в месяц стабильно, и был у нас период, наверное, июнь, начало июня, когда мы совсем уже решили что терять. Дерваться. И как только мы купили билеты на лоукост на одну страну, мы только завершили план по тому, как нам путешествовать, как это все объехать. Сидим ночью, я говорю: «Ань, слушай, там на следующие дни ничего нет у нас, посмотри может, другие страны». И мы еще не успели съездить в одну и купили билеты на следующее. Ну, то есть там вообще уже было, это болезнь хроническая. Ну, а вы скажите, вы навчаетесь, чи працюете? Як це ви... Совмещали. Нормально? Да, совмещаем. У нас так совпало, что у нас появилась возможность поехать по обмену учиться в Польшу. И мы там были 4 месяца. И за эти 4 месяца как раз у нас была хорошая почва. Вот так вот. Тобто, якщо наші студенти прогулюють пари там в парку, у когось в гостях вдома сплять, то ці дівчата прогулювали пари в Німеччині, в Австрії і так далі. Не прогулювали. Саме інтересне, що ми ні разу не прогуляли ні одної лекції, ні одного семінару, ми здавали все, і це було приблизно так. Так, ми сьогодні здаємо екзамен, до наступного нам залишається 4 дні, у нас є можливість побачити Бельгію. Їдемо. Їдемо. Все. Ну, а загалом, які країни були у вас? Норвегія. Ми почали з Норвегії. Це було для нас. Чому саме з неї? Мы даже не задумывались. Абсолютно. Просто увидели билет, выгодный такой, дешевый. Думаем, да поехали. Окей, Норвегия, далее. После нее был... Германия. Как раз... Германия? Германия. А, да, мы поехали в Берлин на день. А после этого мы попали в Бельгию. С Бельгии мы сразу же поехали в Нидерланды. А потом обратно вернулись. И прошло 2 дня. А нет, у нас отдельная история. Да, там был буквально один день, и мы поехали сразу же в Стокгольм, в Швецию. Вот дуже короткий проміжок часу выделяли вы. Чи вам было достатньо цього дня для того, щоб побачити? Чи заради чого взагалі ви їхали? Чи просто, знаєте, приїхали, відмітилися там? Ой, ні. А зробили фотку в Інстаграмі? Так. Ми продумывали целый план, у нас был, на каждую страну был листочек, где расписано все, было все расписано. Вот я знаю, что вы его принесли с собой. Ой, он очень страшный, если вы готовите. Він поюзаний, він не страшний. Тому що він об'їздив пів Європи. Вот туди на ту камеру покажите, вот сюди так. Ну, чтобы люди реально поверили, что мы им пользовались, как бы, да, однозначно. Это у нас что? Это расписание автобуса, на которое нужно попасть. Да, это Бельгия. Тобто дівчата готувалися, вони собі все розписували, знали, куди, за чим. Более того, я вам хочу сказать, что человек, который самостоятельно готовится к путешествию, он узнает о стране и о городе, в котором он будет, в
сотни раз больше, если бы он поехал в тур и ему рассказывал бы экскурсовод. Буквально через день вы забываете, что вам говорил экскурсовод, но если вы сами сидите сутки, двое и все это изучаете, ищите, что посмотреть интересное обязательно, и за очень короткий промежуток времени, поверьте. Я так розумію, що у вас середня швидкість, бо там була 30 км на годину пішим ходом, так, щоб швидко все побачити. Це було незабуваємо. За день скільки ми где-то, наверное, 30? Ні. Ну, вот я бачу, що у вас на руках є трекери. Є, да, я считала. Ви заміряли, так? Да, конечно. Вот у нас по Ослу ми гуляли. Немножко мы прогадали, как далеко находится наш хостел, и когда видели на карте, поняли, что нам придется очень далеко идти, а времени было в обрез, потому что до 9 принимали. Ну, мы шли очень быстро, и, наверное, 46 тысяч шагов. 60. Да. 60 тысяч шагов. Ну, если провести, это 60 километров. Ну, если один крок, это 60 километров. Вот за день. За день. А, за, наверное, за прилетели сутки, в 6 утра, да, и вот... Потому что билет в Осло на любой транспорт, ну, например, метро нам надо было добраться, 300 гривен в одну сторону. Автобус там гривен 300-400 по конечно, городу. Вот как у наших троллейбусов, допустим. Вот вы, когда обирали себе маршрут, какие кошти розраховували витратити? Скільки ви брали з собою грошей? Чи брали взагалі? Ми не, ви розумієте, не що сколько потрібно брати? Ми взагалі не розраховуємо те, що ми будемо щось тратити. У нас були карти, на яких у нас була наша стипендія, яка нам приходила з Чернігова раз в місяць. Але вот. Ми розуміли, що... Це что-то... два рази з'їздити автобусом, да. Так? І ми... вот. Поэтому ми уповали на наші ноги і вірили в них і друг чином, друга. Ви не їздили ні на автобусах, вообще. Ні на метро, ви їздили автостопом. Ну, це доволі ризиково. Да. Як для дівчат, я коли дізналася, я, чесно кажучи, була в шоці. Як і... для привабливих ще потрібно додати дівчат слов'янської зовнішності, тож здебільшого ви їздили автостопом. Да, мы очень пытались, да, потому что были моменты, когда это было физически невозможно по времени, мы не успевали, например, на самолет, и это как раз так, ну вот, вот для этого нужны были деньги. Мы просчитывали, что если мы не успеваем на самолет, мы покупаем билет на автобус, который нас довезет до аэропорта, там он будет, пускай он стоит там 400 гривен, там со студенческими нам очень повезло. Это были все скидки, и мы вот ехали один раз там обязательно на автобусе к аэропорту, если не успевали. И с аэропорта мы могли стопить сколько угодно. Да. И в Норвегии у нас получился просто идеальный, наверное, стоп, потому что нам сразу же остановилось за одну минуту. Мы не успели, кстати, да, вот эту вот табличку. Вещь, которая нас спасала. Это с аэропорта мы поднимали и показывали, куда мы хотим, а это с города мы показывали, в какой аэропорт мы хотим. И в Норвегию мы поехали на католическую Пасху. Да? А, да, мы попали на Пасху сразу же. На Пасху сразу поехали, и нам останавливается буквально за минуту. Я не успеваю ее поднять еще, да. Просто ну, несу вот так. И тут же тормозит машина. Белая, открывает девушка, и там ребенок на заднем сиденье. Лет 6, девочки, да. Поехали. На английском, да. Давайте вот расскажите всем, как вы обирали водеев. Так. До кого можно сидеть в машине, до кого не можно? До кого не рискнули, так. На самом деле, вот у Ани это был первый опыт автостопа, например. Я до этого, ну так, игралась там. Из разряда, а давай по приколу посмотрим, на Киеве не на маршрутке до Киева доехать, а стопом. Ну и доезжали, то есть это было так. Тут это было очень сильно серьезно, на самом деле, и... Мы просто смотрели на людей. Вот я не знаю, если можно сказать, что это интуиция какая-то, или мы четко понимали, можно, нет. У нас обязательно было правило, чтобы это была женщина, ну, желательно, конечно, чтобы это не было... Она была присутня. Да. Чи хоча б, или присутня, или водитель. И обязательно, чтобы это было не больше двух мужчин в машине. То есть, если там один мужчина-водитель, рядом с ним сидит его там девушка или там подруга. Все, да, мы спокойно так тоже ездили. И, конечно, ну, ориентируемся, конечно, на то, как он к тебе обращается, что он спрашивает, как разговор идет. Записывали номера машин обязательно. Отправляли тут же своим знакомым, чтобы они знали, да, где да. мы, на какой машине едем, какие номера. Ну, то есть, они это видели, что вот у нас есть связь, у нас есть интернет, то есть мы сразу давали понять, что мы организованы. Якщо порівняти автостоп в Україні і в Європі. І водіїв. І водіїв, і навіть, можливо, там, як швидко їдуть в Україні, там, в Європі. Ну, сложно сравнивать, честно говоря. Ну, це, я так розумію, земля і небо. Ну, нет, мне кажется, дело случая. Во-первых, да. Абсолютно. На кого ты
попадешь. У нас тоже много хороших людей. Я никогда не забуду, когда мы с Киева ехали тоже вот так вот автостопом. Нас забрал мужчина, рассказывал, как он сам путешествовал так. И по дороге остановил, купил нам груш и угостил, потому что вот-вот, берите, вы же студенты, я вас сам такой же был. Я вот все знаю. Ну, то есть... Действительно, это зависит от человека. Поэтому там, да, там тоже очень приветливые люди. Но настолько никогда не забуду, как мы словили BMW X5, и там девушка пела Адель на всю машину песни, и мы сидели вот так. Ви намагалась підтримувати розмову, чи просто сідали позаду? Обязательно. Іначе ніяк. Ну, как бы, ти платиш за автостоп не деньгами, ты платишь своим коммуникациям. Ты трошки розважаєш водія. Обязательно. Так? Им скучно, особенно если едет один человек. Вот. Або на довгу відстань. Обязательно, да. И тебе, ну, не приходится, во-первых, тебе самому очень интересно. Ще, знаєш, є одне правило, спереду з водієм не може сидіти людина, яка буде спати. Це загальне правило. Тому що водій також засинає? Так, тому потрібно, щоб з тобою хтось завжди розмовляв. Яку найдовшу відстань проїздили на автомобілі от автостопом? 3 города мы проехали с одним и тем же человеком. Да. Ого. Мы обменялись номерами, да. И она забирала нас с одного города в другой город. Да, и мы, кстати, каждому человеку, который останавливался, мы дарили магнитик с Чернигова. Да, и популяризовала Чернигов. Да, да, конечно. Там уже появились какие-то спільноти, которые там рассказывали, что две девчонки там слоянской зовнішності дарують магнитики, беріть. Магнит, їдь в Чернігів. Востаннє їх бачили там у Бельгії. А чи знайомство заводили, от зараз з кимось підтримуєте бесіди? Стосунки, так. Ця дівчинка, яка нас забрала в Осло з аеропорту, ми обмінялись номерами і в Фейсбуці. Когда вы спросили, надо ли разговаривать и вообще говорите ли вы, я рассказывала, мы говорили на английском, и меня поразило то, что человек чужой рассказал всю тебе жизнь, вот от всю начала жизнь, и до конца. И я поняла, насколько этим людям не хватает вот наших украинских таких друзей, которые вот на кухне сядут и поболтают. И у них такого нет. І у них єдина отрада – це ми. А ви не думали про те, що просто вона думає, де я перший останній раз побачив, можна всім розказати? Конечно. От ви знаєте, ви просто кажете про те, що довіряєте людям там, де є дівчина та хлопець, а це просто, знаєш, Бонні і Клай там їдуть пограбувати банк. Просто взяли собі по дорозі такі дівчата. Отличне приключення. Нормально. А були якісь казуси, от такі, котрі от вас запитаєте, що ви запам'ятали? І ви через 10 років це саме розкажете. У нас стільки казусів, що, мені здається, у нас времени не хватить, щоб їх розказати в такому кількості. Ну, саме такий основний, ночью, в 12 часов ночі нам відмінили рейс домой. В Бельгии. А вылет был в 7 вечера. Ну, то есть мы сидели 4 часа в аэропорту, ждали. Нас с одного места в другое перебрасывали по аэропорту. Uh-huh. Язык непонятен, потому что они не говорят на английском, только на французский. Французском. Вот, либо это местные диалекты. И английский слышать не хотят. Вообще, не воспринимают. Да. Но мы собрались. Кстати, мы оказались в самом страшном городе Беги, как нам сказали жители этого же города, Шарлеруа он называется. Очень красивое название, правда? Но... Да, но сказали, что самая большая преступность в этом городе, суициды и... Ну, там жуть, там даже устраивают экстремальные туры в этот город. Угу. Если выживешь, то нормально, там бонусы. Да, но ты платишь за то, чтобы выжить, я так поняла. Причем интересно, когда тоже экстрим такой был, мы хотели поехать автостопом с аэропорта в свой отель, но когда мы начали спрашивать, как доехать, куда стать, нас не понимали сначала. И когда на четвертый раз нас уже поняли, что мы хотим автостоп. Этот взгляд мы не забудем никогда. По типу девчата. Он на ломаном английском. Что? Да, да. Он сказать нет, вот так, вот так, на всех языках мира. Ни в коем случае. И как вы выплутались? Автобус. Брали автобус. Вот как раз тот самый случай, чтобы вот у нас всегда был момент, если мы знали, что вот другого выхода нет, мы покупали билет на автобус. А мы обязательно продумывали сразу обязательно. Же по интернету, план Б, где Б, покупать, сколько вы были стоить. На настолько подготовлены, что вы сами, напевно, комусь провели экскурсию. Честно, да. Мы регистрировались на бесплатную экскурсию в Амстердаме и в других городах, но потом, когда подходили, я говорю, Аня, ну мы же знаем, что смотреть. Ну, наш, да, 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 да. И мы просто не хотели тратить на это время. Мы там бегали, и мы оббежали сами. Больше оббежали. Гораздо и, больше. Все, что писали в интернете, это только с экскурсоводом.
нічого подобного. Ми все знайшли. Ну, воно, мабуть, так і є. У мене питання як для дівчат. Дівчата загалом, коли їдуть мандрувати, стільки речей з собою беруть. Ви, як люди, котрі вже знають ціну важкому рюкзаку, от скажіть, ви вже у житті пристосувалися до того, що потрібно брати все необхідне? Чи що потрібно? Давайте так, топ-5 речей, що потрібно мандрівнику, за вашою думкою. От таким стилом мандрівнику, яким подорожували ви? Пауербанк. Ага. Друг. Удобна обувь, яку я встановила. Теплая уже кофта, теплая одежда и легкая футболка. Ага, тобто, щоб можна було змінити. Да, вот это было, кстати, настолько жизненно. Не верьте никогда прогнозам погоды. Мы смотрели, обещали дожди, грозы и холод. Мы вот так вот оделись полностью. Все теплое взяли, в итоге жила. Приехали, плюс 30. Опа. Ну, а такі штуки, як парасолі, там, нет, дощовики, не берете з собою? Дождевик всегда. Дождевик есть. Но он, кстати, нам ни разу не пригодился. Ну, вы знаете, возьмешь парасоль, когда будет дождь. Да. Вот, ну, он много места не занимает абсолютно. То есть всегда обращайте внимание на то, что легкое, и то, что вот если вдруг, оно вас выручит. Я ще так підозрюю, що ви мінімально витрачали кошти уже безпосередньо там, де подорожували, так? В тому місці, куди їхали. Тобто ви чимось запасались заздалегідь, це, напевне, їжа, вода. Обязательно. Якісь, напевно, медикаменти там. Да, елементарна якась знеболювальна, так? Норвегія, самая дорога страна мира, чуть ли не. І многие говорили: ви що, куди? Это так дорого, у вас же нет, ну как? Зачем? Я говорю: Ань, вот честно, надо доказать людям, что можем ничего не потратить там за два дня. Ничего там не витратили? Ни разу. Ноль. Вообще ноль. Одни из найдорожчих країн світу. Ни одного евро, ни одного цента. Единственное, что мы заранее бронировали самый дешевый отель. Это был хостел. Это был хостел, но оказался хорошим отелем. Нам просто повезло. Потому что потом это все компенсируется, естественно. Но у нас обязательно аптечка с собой была. Я сейчас даже ввожу до сих пор с собой. Украинские лекарства. Да, украинские лекарства. До сих пор набор тот же, да. Вот, и большинство, наверное, места, больше места в рюкзаке – это еда занимала. Да, и это самое тяжелое – вода и еда. Как якость? Вона ж там декілька днів з вами знаходиться, ніякого холоду. А яку їду? Ми вже не брали. Це, напевно, печиво, крекери, вода. Сухпайок. Ну, от ви коли... Паштети. Да. Что, хлебцы какие-то сухие? Шлунок нормально працює? Абсолютно. Нормально. Але повертаючись в Україну, ми заварювали овсянку. А ви ж дівчата, що я вас питаю? Це чоловікам потрібно брати з собою дуже багато їжі. Ну, как бы, ми как-то вообще очень спокойно. Яблочки, ну, то есть, нам очень легко. У мене є подруга, ми коли теж їздили до Євротріпу, постійно подорожуючи, вона завжди хотіла їсти. Постійно. І, тобто ми мандрували на машині, і кожного разу ми зупинялися тільки через неї. Тож я вам заздрю, що ви просто можете йти і спокійно собі відчувати. Коли винайдуть оці таблетки від голоду, коли прокопнеш і там півдня не хочеш їсти, от тоді ви, напевне, зірветесь і на півроку. Психологія. Все це позитивно, але є негативна сторона таких подорожей? Ну, на вашу думку. Так. Або чого б ви не радили робити під час? Різні питання. Давайте почнемо з негативних сторін, а ви відповісте на питання, чого не радите робити. Насчет негативних сторон, єдине, що я можу сказати, ти устаєш. Ти реально устаєш і забудь, що таке сон. Опа. Здоровий сон, вот, как в нашем понимании, лечь на перинку и ни о чем не думать. На самом деле, у тебя всегда ты собран должен быть. Классно, что у тебя есть друг, ты четко знаешь, что если ты уснешь, она посмотрит за твоими вещами, если она уснет, я всегда смотрю. Но ты должен понимать, что если вы уснете оба, то никто за ними смотреть не будет. Да. Поэтому всегда ты контролируешь, где твой рюкзак, где твои самые ценные вещи, и всегда на чеку. Угу. Можно ли это считать негативной стороной? Но это единственное, что я могу вот так вот сразу сказать. Если вы хотите экономить, значит, вы что-то другое отдаете, это ваши силы. Когда ты идешь в ботинках зимой по красивой Норвегии, но ты идешь в ботинках зимой и пешком, и идешь вот так долго, ты приходишь и уповаешь только на то, чтобы тебе повезло, как повезло нам. У нас была отдельная комната в хостеле, где 20 человек как бы ночуют, у нас был свой номер. А то, кроме вас, там никого не было. Да, ну вот нам просто вот как-то и так. Давайте, чего порадите уникать и чему не можно робити у таких подорожей? Ну, я бы посоветовала, когда просто
составляете план какой-то путешествия, обязательно продумывать все моменты, детали, особенно когда это самолет, например. Надо читать то, что никогда не читается. Это свои права. Обязательно их очень нужно знать, потому что бывает масса ситуаций, из которых надо все-таки показать то, что ты знаешь свои права. Вот. И ну что из такого еще? Будь всегда бдительным очень. И всегда, наверное, настраиваться на лучшее, но ожидать разных ситуаций, чтобы потом не разочаровываться. Ну, то есть всегда нужно быть настроенным на... Самое худшее, на мере самое бути позитивним, настроенным. Да. Обязательно, да. І розумієте, заради чого ви це робите. І наостанок питання мовного бар'єру. Тому що це Європа, і як ви вже сказали, що... Англійською не завжди, не завжди можна розмовляти. Але з яким рівнем знання англійської мови, ну, як загально прийнятої мови, можно ехать в Европу? Мне кажется, у меня есть друг, который поехал, вообще не знаю языка английского. Не, ну я разумею, что сейчас можно брать прикладач в телефоне, але ж все ж таки... Минимальный какой-то уровень, чтобы хотя бы почувствовать себя комфортно. Да. Да. Ну вот смотрите, то, что мы говорили, ты садишься в машину, тебе надо поддерживать диалог. Элементарные слова ты все равно понимаешь. Вы не говорите о высоких материях, поэтому чисто вот так вот «how are you» и какой-нибудь ответ, и какие-нибудь хорошие фразы, и ты уже понимаешь, что контакт есть. Улыбайтесь. В любой непонятной ситуации улыбайтесь. И дарите позитив и тепло людям. И заранее какие-нибудь слова, даже на местном языке, вы должны хотя бы ориентироваться и знать. И подготовить какой-то словарик, да. Вот минимальных базовых слов, которые вы точно знаете, что вам они пригодятся. Ну що ж, я почула головне, посміхайтесь. Мені здається, дівчинку це виручить завжди. А я почув, що, як і я думаю, що потрібно мислити просто позитивно. Міркувати, їхати, от хочеш, зривайся і немає меж. Якщо хочеш, бери і роби. Дівчата, студентки, це от просто... Але візьми футболку, куртку, піврюкзака їжі, дощовик і все те, що вони розказали. І головне, візьми з собою друга. Ти ж знаєш, підсумовуючи, можна сказати, що головне мати... Ідеально, щоб друг помістився в рюкзак. Так, така собі порада, але, знаєш, можна її сприймати серйозно. Тож, друзі, дівчата, ми вам дякуємо. Спасибо. Сподіваємося, що ми з вами ще побачимось. Ви приїдете ще з новими новинами, з новими країнами для вас. А ми продовжимо суботній ранок на UA Чернігів.